конечно, надо сказать. А все остальные свободные от финала бега. Ой, Хартинг всегда бегает в барьеры, да? На тренировочке он так делает. Обезумевшая отчасти Хартинг, конечно. Не хватало ему этой золотой олимпийской медали. Ну вот, если бы Ухов еще пробежал барьерным шагом, было бы совсем хорошо. Повезло. Десятый барьер не взят. Повезло на самом деле ассистентам, потому что если бы Хартинг их не заметил, то мог бы случиться конфуз прямо здесь, в прямом телевизионном эфире. Еще раз, Оль.